Курбан Омаров не особо любит распространяться о личной жизни, в отличие от его бывшей супруги Ксении Бородиной. Но иногда все же отвечает на провокационные вопросы подписчиков и предпочитает показывать, как проводит время с детьми и друзьями. Фолловера, видимо, так достали бизнесмена, что он решил потратить время и снять им видеоролик, на котором на пальцах пытался разъяснить, как обстоят дела на личном фронте. В надежде, что те успокоятся и отстанут, Омаров помахал рукой, а в конце подошел близко к камере и громко сказал, что очень надеется, что теперь никаких вопросов больше не будет. А в комментарии Курбанов попросил оставить его в покое. Подписчики оценили публикацию и ответили, что все понятно и вопросов больше нет. Некоторые пошутили, что сегодня многие живут именно так, как описал в ролике бизнесмен. Че, вам всем интересна моя личная жизнь? Да и мне молчать надоело. Я сейчас вам все расскажу. Короче. Надеюсь, тема закрыта.